Камерная обстановка и теплая атмосфера. Ученики студии цирковой гимнастики «Каприз» к этому выступлению подготовились особо. В этом году студия отмечает свое 15-летие. Родители и наставники по достоинству оценили отчетный концерт. Для детей сельского поселения Ошитково, где располагается студия «Каприз», занятия цирковой гимнастикой – это реальная возможность развить как физические, так и эстетические качества, а может и замахнуться на большее, подумать о профессиональной карьере в этой области. Среди воспитанников есть лауреаты международных премий и конкурсов. Радость детства в творчестве и созидании. И пусть студия называется «Каприз», в данном случае это четкое осознание собственных желаний.